Пацаны, где это мы? Как здесь оказались? И почему? Почему? По качину. Коллеги, давайте поднимем бокалы. За победу. За нашу победу. Я вспомнил, как все начиналось. Мы отмечали результаты голосования. Вот это явка, а это процент. Или наоборот. Результат! Результат-то какой? Я дипломат, а не математик. А кто-нибудь скажет, почему у меня рука застряла в этой штуке? Так ты же сам вчера кричал-то. А я говорю, это честные выборы, бросы невозможные. Вот, посмотрите, это избирательная урна. Это рука. Алли-гуп! Походу, доказал. Он мне эту гадость в карман подбросил. Это чё вообще? Конституция? Ты ее вчера на айфон выменял? Нафига она мне? Где я и где Конституция? Пошутил кто-то, а? Вчера вообще много шуток было. Давайте поднимем этот бокал? Нет. Давайте поднимем бюджетникам зарплаты. Правда? Все. Бросаю все и иду на юрфак преподавать. Я это говорил? Это кто-то слышал? Ага. По маршрутке легло. А. Есть! Прикиньте, тут написано: источником власти в Российской Федерации является... Владимир Владимирович? Не-а, народ какой-то. Арестован ко мне экс-президент Франции Николя Саркози. Саркози арестовали? Кто? Это не мы. Братья, это война! Без паники, никакой войны. Понтам, да. Войне нет. Родненький вы наш. А вы не скажете, где мы, а? И как здесь оказались? Есть у меня одно подозрение. Предлагаю отправить в 2019 году экспедицию на Марс. Так и надо. Ну, точняк. А чего ждать целый год, а? А прямо сейчас слабо? Ой-ё. Это фиаско, братан. Лучше молчи. Походу, мы серьезно оторвались от земли. Это никогда не мешало нам руководить страной.